управление преобразователем частоты Innovans по Profibus. В данной статье осуществим управление частотным преобразователем Innovans MD520 по протоколу Profibus с PLK Symatic S7300. Запускаем программное обеспечение Symatic Manager и создаем проект. Добавляем устройство PLK S7300 в хардвер. Центральному процессору Siemens CPU-315-2DP присваиваем адрес сети Profibus 2. Для реализации проекта в программном обеспечении STEP7 необходим файл общего описания станции GSD, который содержит информацию, необходимую для конфигурирования Profibus устройства. После успешной инсталляции GSD-файла добавляем хардвер частотный преобразователь Innovans из раздела Profibus DP MD38DP20CS. В настройках присваиваем адрес 3. Теперь необходимо в частотном преобразователе установить следующие параметры. На самой плате Profibus MD38DP2 присвоить адрес 3 путем переключения тип переключателей в соответствующее положение. Адресу 3 будет соответствовать включение двух тип переключателей, включены 7 и 8. Выбираем тип передачи данных. Телеграмма PP03. В данной телеграмме начало адресации устанавливаем с 324 адреса по 327. В проекте PLK Siemens создаем блок UDT1, где побитно описываем слово управления. Переменные, относящиеся к преобразователю частоты, начинаются со второго байта. Первый байт остается зарезервированным. Далее в проекте создаем блок данных DB200 и описываем все типы переменных, используемых в проекте. Программу управления преобразователем частоты создаем в разделе Function и присваиваем номер FC200 Drive Control.
В основной части программы OB1 вызываем написанную нами функцию FC200. Добавляем блок VAT1, где указываем переменные для отображения и изменения в реальном времени. В режиме реального времени подаем команду на пуск. Изменяем частоту вращения. Смотрим, как реагирует частотный преобразователь на команду. Как видно, с помощью опциональной карты Profibus MD38DP2 можно легко интегрировать преобразователи частоты Novans серии MD290 и MD520 в системы управления на базе PLK Siemens. Спасибо за внимание и хорошего дня!